А она вообще, вот этот черный вообще медведь у нас. Да. Хрюкает, да, она вот такая. Ой, ой. Как это от нее? Метисы, да. Метисы, да, тоже типа Джекрасова, ну да? Вот черная вообще прямо в маму, а папа у них такой метис был, вот Люся больше в папу. Понятно. Придурки, да? Куба чёрная. Вообще, да, она прыгает вообще нормально. А это все время у нас это, говнюшка еще та. Ну, она прям, ну, белая она вообще такая, как бы, это сказать, кусучая вообще, кусает постоянно. Вот. Да, они же как-то... Не, вот черная вообще более-менее спокойная. Галя. 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 А мне больше ничего в голову не пришло. Галя, 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 Галя. Галька. Это даже имена свои. Сколько? Месяц уже есть. Сколько у тебя, да? Наверное, побольше. Такая дымка у нас вообще пошла. Я прям вышел, хочу снять. Ну, такая дымка какая-то синяя, голубоватого какого-то. Вот это красиво. Надо с мамкой сходить в этот. Люська, Люська, Люська! Я пока беспокоюсь. Они еще не отвлекаются так. Видишь, она тупит. О, бежит, бежит, бежит. Ну все, мафия, да? Да они сейчас подрастут, они сейчас тут начнут шороху наводить. Люся, Люся, Галя, 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 иди сюда. Домой.